Под Рязанью отыскали пропавшую 82-летнюю бабушку. Она провела в лесу 12 суток. Александра Балычева пропала 29 апреля. Ее поисками занимались полицейские и волонтеры «Лиза Алерт». Не остались в стороне и местные жители. По приезду на место поиска мы совместно с полицией и местными жителями оклеивали территорию, патрулировали ближайшие населенные пункты и выходили на связь с возможными свидетелями для того, чтобы отследить местоположение нашей бабушки и ее перемещение. Поисковикам удалось выяснить, что бабушку видели у магазина недалеко от дома. Куда она пошла дальше, предстояло выяснить. По свидетельствам местных жителей, женщина была дезориентирована и думала, что идет встречать мужа с войны. 4 мая мы принимаем решение позвать на помощь наших коллег из Нижегородской области, чтобы уже отсматривать территорию именно с воздуха, потому что людей именно на месте поиска катастрофически не хватало. Уже все были уставшие, это шел не первый день поиска, уже прошла неделя. 1 и 2 мая в полях работали беспилотники, лес прочесывали пешие группы. Шансы найти Александру Николаевну с каждым днем таяли, но поиски продолжались. Наконец, в районе Зеленого Бора были найдены отдельные отпечатки следов. Когда поисковики уже почти потеряли надежду, пенсионерка нашлась в лесу, истощенной, но живой. На данный момент волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о новой пропавшей. Ее фото вы видите на экранах. Сейчас в поиске находится Епушкина Нина Михайловна, которая пропала в городе Кораблино. Ей 78 лет, и 24 апреля она точно так же ушла из дома и не вернулась. Если у вас есть любая информация о ней, поисковики просят сообщать о ней на телефон горячей линии 8 800 754 52 или по номеру 112.